На главной странице откройте меню и выберите раздел «Мультимедийная система». В разделе «Мультимедийная система AirLink 2» представлены актуальные мультимедийные службы, которые позволяют слушать и настраивать радио, переходить к списку радиостанций или искать их вручную, слушать цифровое радио в зависимости от страны, слушать музыку в потоковом режиме через Bluetooth. В зависимости от комплектации автомобиля можно подключать различные мультимедийные устройства через порт USB, устройство для считывания карт SD или аудиоразъем. Таким образом, можно слушать музыку, просматривать фотографии и видео во время стоянки. Важно! Два порта USB в задней части некоторых автомобилей используются только для зарядки цифровых устройств. В этом меню можно настроить звуковое окружение. Выберите баланс, уровень громкости для оптимизации звуковой картины для всех пассажиров в автомобиле, как на передних, так и на задних сиденьях.